Carolina. Он уже светится. Манхэттен, да? Да, Манхэттен светится. Более того, он уже... Ну да. Вон, видишь, вот этот вот второй небоскреб, туда мы едем. Угу. А вот там, где на этом втором небоскребе лампочка горит, да. Вот именно туда, да? Именно на этом шаттл. Вы знаете, что это такое горит там? Ну, маячок ты имеешь в виду? Что за здание? Нет. Как оплатил? Ну, вот он на телефон нажал. Сейчас еще раз телефон спишу, что-то. А куда нажал? Сейчас мы под воду уезжаем. Окна не открывайте. Хорошо. Я вот на полусвет, смотри, что там попадает. Через окно, что это? Нет, на стул сразу. Нет, я знаю, здесь. Зато офис? Да. Там в офисе завтра будет. Вот это ВТЦ, да, получается? Уже самое высокое. Да, вот это мост мы тут проезжали, да? Это какой этаж? 75-й. Офигеть. Сейчас хочу. Ну да. Там, где красотка попала. Все ассоциации с фильмами.
Чего это так шелестит? Это дом 75, на 47-й улице, на стороне 25. Я считаю, это безопасный район. Это самая ювелирная улица во всем Нью-Йорке, и самая ювелирная улица 47-я, вот это участок, где вы живете, вот я здесь стою. Это ювелирный центр, одни ювелирные магазины. Все говорят по-русски, в любом магазине. Здесь вот днем пройдет столько золота, что вы просто... Уже больше, чем праздник. Да, это сердце не то. Сначала не поняли, куда вообще, да, что происходит. Ну да, это только у нас празднуют Старый Новый год. Это ж по-русскому. Ты же разобрался, да? Да. Так, если мы повернем налево, куда мы пойдем? Какой стрит? А мы в каком? Это какой? На 40... Ты живешь на 48-м. 48-я. Куда какая будет? 47-я? А где это здание? Где я могу? Сейчас попробую. Вот видишь, можно туда зайти, там представление. Вот Чикаго рекламирует шоу. Обязательно возьми Зои прогуляйся. Именно ночью надо. Ну да, вообще все светится, как днем. Вот видишь, Бродвей улица. И потом уходит на месяц. Видишь, он как бы из середины, и потом идет вот так. То есть вот именно как перекресток здесь у него. Самый сильный. Пересеклась. Это улица Бродвей. Ну, я тебе говорю, она идет с сайта.
Переходим. Ничего. Они потом что-то... Деньги хотят. Да. Да, вот это этот дом. Вот он, этот шар. От него падает шар. Ага, вон этот шар. Да, вижу. Вот он сверху летит ровно минуту, двигается. Видишь вот этот стык? Да. И когда он достигает платформы, тогда меняются часы с 13 до 14. Вот смотри, иди сюда. Вот это улица Бродвея, видишь? И она влилась. Сейчас они вместе. Давай. No English. Давай. Вот это вот смотри. Вот это улица Бродвея. Вот это все. Ну, короче, чем дольше ты идешь, тем больше всего-всего-всего. Туда? Да. Так, и туда, и обратно. Все, а такое. Парк он там дальше? Да, парк там, да. А парк у нас возрастает. Вот среди здесь всех людей. Ходящих, ты не американца не увидишь, одни туристы. Да. Приезжают, да. Американцы ты видел, где и как живут. Да. А вот это театр Ленки. А вот Ланки. Угу. Здесь происходит шоу. Очень легко, ты выглядишь. Да, вот здесь вот эта вся эрия после шестой, в ту сторону здесь на каждом облоке, как на кресле, да? 2, 3, 4 разных театра. Ты веки на Ну да, типа по морде заехал. Слушай, раздетому, наверное, холодно ему. Какая это улица? Посмотри. В 44-й. А, пересекает, ну да. А ты живешь?